Расскажу, как запускать рекламу в Telegram. Вы можете запускать как руками, так и воспользоваться специальным сервисом. Переходим на freeseller.com, нажимаем «Протестировать бесплатно», вводим e-mail, пароль, регистрируемся. Далее мы уже зарегистрировались. Вводим номер, наш номер Telegram, с которым будем запускать рассылки. На него придет код. Код вводим в открывшееся поле и нажимаем «Войти». Далее вы попадаете в личный кабинет. Мы выбираем рассылку по спискам чатов из файла, то есть у нас свой файл со своими списками чатов. У нас уже все открыто. Выбираем файл. Далее прописываем текст. Смотрите, вы можете выбрать файл. Если вы выберете файл, тогда ваше сообщение будет выглядеть вот так, либо так. Либо так. Если вы выбираете без файла, то ваше сообщение будет выглядеть примерно так. Так, либо так, либо так. Далее ставим «Повторять рассылку». Эта опция служит для того, чтобы ваше сообщение было точно замечено потенциальными клиентами. Рекомендую ставить средний интервал повторения 20 минут. И нажимаем «Начать рассылку». Все готово, рассылка в процессе. Успешных продаж!